До конца января в ЕГРУ доставят еще 40 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом также стало известно на заседании оперативного штаба. Напомню, в округ уже поступило 27 тысяч доз препарата ГАМ-КОВИД-ВАК. Кроме того, жители региона могут записаться на прививку через сервис электронной регистратуры или портал госуслуг. Уже в феврале здесь запустят новый раздел «Запись в лист ожидания». Это позволит югорчанам выбрать удобные для них дату и время вакцинации. На февраль также запланирована одна крупная поставка в округ. Прибудет еще 70 тысяч доз препарата. С учетом природно-климатических, географических характеристик автономного округа, поручая департаменту здравоохранения автономного округа разработать чек-лист для сроки вакцины труднодоступные отдаленные местности автономного округа с тем, чтобы до периода распутицы для всех желающих сделать прививку такая возможность была обеспечена. К вакцинации в Югре готовы 34 медицинские организации. Кроме того, в регионе работают 30 выездных мобильных бригад. До конца недели их число увеличится вдвое. Сделать прививки югорчане смогут уже в 70 больницах и 57 пунктах. Отмечу, уже сейчас в колл-центры поликлиник поступило больше 19 тысяч заявок от трудовых коллективов.